друзья, в программе «Три сложных вопроса» у нас с вами есть возможность узнать такие вещи, которые обычно люди скрывают или нет времени рассказать об этом. А мы сейчас узнаем, как люди приходят к Богу. Мы узнаем, как мужчина находит путь к сердцу девушки, а она открывает для себя, что это он. Мы узнаем, как можно найти свое призвание. Давайте попробуем познакомиться ближе с Сергеем и Анной Мартынычевыми. Они являются пасторами, служителями христианского центра. И что еще радует, что вы при этом творческие люди, вы музыканты, и у вас есть даже бенд-группа «Рыболовлев». Правильно? Рыболов-бенд. Рыболов. Как вы пришли к этому всему? С чего это все началось? Я родился в хорошей семье, такой. У меня мама музыкант профессиональный. Наверное, мне туда дорога как-то была предрешена практически, хотя со стороны папы все были заводчане, дедушка даже герой соцтруда. Не так давно исполнилось 90 лет, и он ушел из этой жизни. Заслуженные труженики. Да. То есть вот так вот. И у меня это все совместилось. Но я в заводскую линию не пошел, пошел в линию культуры и музыки. И до поры до времени, конечно, мы все были не христианами, и мама моя не была верующая. Но в один определенный момент мама первая из нас стала искать Христа, искать какого-то смысла жизни для себя. И мы еще учились в школе, и она приходила каждый вечер и молилась за нас. Каждый вечер приходила и говорила: «Дети, давайте помолимся». Мы отмахивались как только можно, но когда я уже стал студентом, то я вспоминал эти молитвы, и, находясь здесь, в Санкт-Петербурге, один, далеко от дома, вспоминал в трудные минуты о Боге. Тоже начинал молиться. И, я таким не был очень проблемным парнем, но тянуло, конечно, в какие-то, был неформальным молодым человеком, алисаманом, и, в общем, меня трясло чуть-чуть, да. Да, такой легкий, тихий бунт у меня был всегда. А скажите, трудные моменты для вас это было вот какое-то внутреннее давление, тревога перед будущим? Что это было, вот когда вы обращались к Богу? Или чисто житейские какие-то там сложности? Житейские. Я еще и спортом занимался, и как любого спортсмена перед соревнованиями начинает трясти, ты волнуешься. И я старался молиться, просить, чтобы Бог помогал в этих ситуациях. В учебе, когда влезал в какие-то дебри, ситуации сложные, подростковой своей, проблемной подростковой, то тоже, я старался из них выйти, но когда ничего не получалось, то, конечно же, обращался к Богу, и Он совершал чудеса. То есть для меня это были совершенно явные чудеса помощи, избавления. И в один определенный момент я понял, что Бог есть и что Он меня любит. И вот, собственно, я начал осознанно как-то вот Его искать, читать Писание, и мама мне в этом помогала. То есть она приезжала на выходные иногда, и вместо того, чтобы провести время со мной, как мне бы хотелось, она говорила: «Сергей, сегодня я поеду в церковь». И она ехала тогда на Поклонную гору, в Евангельскую Баптистскую церковь в Озерках. И мне так хотелось провести время с мамой, что я следом за ней ехал на служение. И постепенно меня это очень сильно увлекло. Я познакомился с замечательной христианской молодежью, которая, все-таки отличалась от моих мирских друзей. И я понял, что это прекрасный мир, и он меня очень сильно увлек. Это было 25-26 лет назад. С тех пор моя жизнь очень сильно изменилась, и я очень серьезно отношусь к вере и стараюсь служить Христу. У вас плавно, получается, происходил такой переход, да? То есть из-за того, что молитва матери и ее наставления присутствовали прямо с детства, потом вот это обращение. То есть можете ли вы найти, может быть, несколько таких ключевых точек в вашем таком осознании, полном посвящении своей жизни Спасителю? У меня, конечно, был момент, когда я действительно в молитве обратился ко Христу. Но это правда, для меня это был постепенный процесс. И сейчас моя христианская жизнь, она тоже постепенная. То есть я иду с одной стадии в другую, может быть, и веры, и возрастания в духе. Мне кажется, что это вообще, наверное, нормально.
Нормально. Есть какие-то точки, где, может быть, ты выбираешь точки выбора, моменты такие вот важные, очень значимые. Но когда ты делаешь выбор, ты уже начинаешь в этом двигаться какое-то время. Потом снова следующий вызов, какая-то следующая ступень, которая требует нового посвящения. И, ну, может быть, ты можешь сдаться в этот момент, может быть, можешь отступить, а может быть, можешь проявить решимость и постараться двигаться дальше с Богом. Не было у вас искушения такого сознательно испытать, а подлинно ли там ты Бог? А подлинно ли слово твое или какие-то вот вещи? Или вот вы так вот оставляли это в стороне и доверялись ему? Ну, я, наверное, где-то внутренне все-таки, ну, может быть, человек такой, может, послушный где-то, вот, наверное, несмотря на рокерские какие-то, да, бунтовские порывы, да, может, я где-то в глубине есть у меня этот какой-то поиск такой. Но, ну, я доверял Богу как-то с самого начала, доверял Его Слову. И, То есть, ну, такого кардинального порыва, там вот прям искусить Бога не было у вас? Нет, было нет, такое я почтение? Это, я и по сей день это очень сильно боюсь. Вот, хочу слушаться, чтобы не было, потому что понимаю, что, ну, это все истина, это все... Это правильно. Да, это настоящие вещи, которые открываются с каждым годом больше и больше, и ты уходишь в божественный мир, углубляешься в него. Он даже вот без таких проверок, он для тебя явен. Абсолютно. Вот мы попозже, наверное, поговорим о том, что же такое углубиться в божественный мир. А сейчас спросим у Анны, а у вас как было? Но мне впервые попала в руки Библия, когда мне было 12 лет. Я родом из Карелии, и к нам приезжали финские миссионеры. Они просто ходили по улицам города Петрозаводска, в котором я жила. И мне попала в руки Библия. Я начала ее читать. Это было лето, я помню, что... Я вообще всегда любила читать книги. Но когда мне попала Библия в руки, может быть, сработал такой момент, что в 90-е годы о Боге, ну, еще не говорили в России. И Библия считалась такой запретной книгой. И я, в общем-то, все каникулы летние провела за чтением Библии. Вот, и я потом помню, что я нашла в журнале «Крестьянка», был такой журнал в советские годы, репродукцию какой-то иконы, я ее вырезала, то есть я была совсем еще ребенком тогда, наклеила ее на картоночку и каждый вечер молилась, читала молитву «Отче наш». Сам себе такой. Да, сделал. И я думаю, что Бог вот эту мою жажду какую-то по нему видел. Вот. И когда мне было 14 лет, моя старшая сестра Наташа, она познакомилась с верующими ребятами, стала ходить в церковь. На собрание. Ей 17 лет, а мне 14, то есть она уже девушка, а я еще ребенок. И я помню, как она рассказывала всем нашим друзьям в таких красках, как замечательно в церкви, какой замечательный Бог, всех звала на собрание с собой, всех, кроме меня. И я помню, что вот этот момент, он тоже для меня был такой важный. Я говорю, как же так? Всех зовет, а меня, вот я нуждаюсь в спасении, меня она не зовет. И я выбрала такой день, когда моя сестра училась во вторую смену, не могла прийти в церковь на собрание, я пошла сама туда. Думаю, я сейчас приду, все увижу сама. И я помню вот этот первый свой приход в христианское собрание. Я помню, как меня абсолютно точно накрыло такой, знаете, волной Божьей любви. Вот, и я поняла, что я очень хочу этого всего. И в тот день не вызывали на молитву покаяния. Вот, и я была очень огорчена. Я подошла к пастору и говорю, как же так, вот я хочу покаяться, вы меня... И мне сказали, ждите воскресенья. Но я не знаю, почему так получилось. Да. И я ждала этого воскресенья. И я помню даже этот день, это 21 февраля 93 года. Я пришла на собрание, я не помню, о чем говорили. Я просто ждала, когда меня вызовут на молитву, ну, отдать свою жизнь Иисусу. И я прям бежала по этим рядам. То есть я тогда четко поняла, что Бог мне нужен. И вот если, как вы спрашивали у Сергея, был ли у него момент вот искусить Бога, у меня тоже его не было. То есть я в свои 14 четко поняла, что я хочу жить именно так. А что вы пережили, когда вы вот пришли и отдали все-таки свою жизнь Богу вот явным образом? Ну, вы знаете, у меня моя жизнь, я такой, наверное, скептик по натуре человек. Вот, я любила читать книги, я об этом говорила. Мне всегда казалось, что книжная жизнь, она немножко другая, чем то, что я вижу в реальности. Тем более 90-е годы, они были достаточно такие проблемные в России. Было, я не знаю, как в других городах, но, например, в нашем Петрозаводске, в моем родном городе, если ты оказался в чужом районе, тебя могли побить только потому, что ты из другого района. То есть, вот, знаете, какие-то вот такие причины, сходки были, да. Да. И я, в общем-то, не находила себе, наверное, такого места в этом мире.
Вот. И когда я познакомилась с верующими людьми, когда я отдала свою жизнь Богу, я помню вот это ощущение, как я шла домой, это был февральский день, были вот эти лужи на улицах, и я помню, что я их даже не замечала. То есть у меня ощущение было, что вот уже весна, вот уже солнце, то есть и грязь для меня не грязь. И я почувствовала этот Божий свет, который меня наполняет. И те люди, которые вот меня окружали, конечно, это был большой контраст с тем, что я видела, например, в своей нехристианской жизни. И я поняла, что я хочу жить так. Знаете, есть такая фраза, я как-то ее прочитала однажды, что если ты, значит, ну, жил с Богом всю жизнь, а Бога нет, то ты ничего не потерял. Но если ты жил без Бога, а Бог есть, то ты потерял все. И, в общем-то, мне кажется, это очень справедливо. Мне иногда мои коллеги по работе спрашивают, Аня, зачем ты веришь в Бога? Для чего тебе это нужно, да? Я говорю, знаете, мне это настолько устраивает моя жизнь. То есть мне нравится, что у меня вокруг верные друзья, люди, да, которые умеют веселиться без выпивки, наркотиков, которым не нужен какой-то допинг для того, чтобы чувствовать себя счастливыми, да? Я верю своему мужу, да? Мне это тоже нравится. Если он говорит, что он на работе, то он на работе. То есть и это определенно такая жизнь, когда ты живешь в доверии и в любви. Я понимаю, что я не хотела бы не менять ничего в своей жизни. И в соответствии внутреннего миру, внешнему и наоборот, да? Да, мне очень комфортно в той жизни, которую мне Бог дал. Спасибо за вот это яркое, простое, интересное свидетельство, рассказ. И у нас есть возможность как раз узнать теперь, вот мы видим пару, как же эта пара образовалась, кто первый понял, что он, она пара. Что вы подумали, когда увидели друг друга в первый раз? Я очень четко помню нашу первую встречу. Я не знаю, что думает на эту тему Сергей. Он мне никогда не говорил, кстати, да. Так как мы из разных городов, я жила в Петрозаводске, Сергей из Тихвина, наша встреча произошла благодаря моей подруге, с которой мы вместе учились в музыкальном училище. Мы с ней посещали одну церковь, и так как я с 14 лет сирота, то есть я когда покаялась, через полгода буквально я осталась без родителей. Вот. И у меня была квартира, и я время от времени брала кого-то к себе, так, знаете, пожить со мной, у кого были трудности какие-то там. Подождите, а сестра старшая куда делась? Старшая сестра, она вышла замуж, жила в соседнем городе, да. Вот. И вот эта девушка Надежда, которая жила у меня, моя подруга, она родом из Тихвина. Вот. Это не та девушка, которая в Рыболовбане на клавишах? Это та девушка, которая играет в нашем ансамбле на клавишах, да, все верно. Вот видите, как сошлось. Да, и я помню, что Надежда один раз говорит, Аня, ты не против, если ко мне придет мой знакомый? Так как, опять же, 90-е годы, очень голодные, родители не могли помогать каким-то, может быть, финансовыми студентам, то родители, узнав, что Сергей идет по работе в Петрозаводск, Надины родители, передали мешок картошки для Надежды. Вот так прошла моя молодость. Я помню Сергея, моя с ним первая встреча, да, нас познакомил этот самый мешок картошки. Сергей пришел к нам в гости. Притащил мешок. Да, притащил мешок. Но у нас обеспеченного парня. Нет, нет. На самом деле мне Сергей в первую встречу нашу не очень понравился. Сейчас объясню почему. Потому что он очень такой, мне показалось, что он очень уверенный в себе человек. Самоуверенный. Да, такой, да. Конечно. И вот он, значит, пришел к нам в гости, говорит, ну что, вы музыканты, вы, значит, в музыкальном училище учите? Ну, спойте что-нибудь, ну, покажите свое мастерство. Но, во всяком случае, мне показалось, что это выглядит именно так. Я думаю, ну, надо же, вот сидит у меня в гостях человек, еще указывает, что мне делать, да. Вот, и, в общем-то, мы на этом и простились. И я не знаю, мне никогда в жизни не снились вещи и сны, и не снятся. Но я помню, что в ту ночь мне приснился сон, что я вышла за Сергея замуж. И когда при я проснулась... При всех вот этих мыслях, что да, это просто да, нахал я когда проснулась какой-то. С утра, я подумала, нет, ну это бред, этого не может быть. Вот. И потом мы много лет, наверное, лет 6 до свадьбы с Сергеем были знакомы, потому что жили в разных городах, виделись редко. Я приезжала к своей подруге в гости, в Тихвин. Сердце не ёкало, когда его видели? Ну, первый раз не ёкало, потому что после первого мешка картошки, ну, мы не виделись, наверное, полгода, я не знаю, больше даже. То есть это было зимой, а в Тихвино я поехала в следующий, ну, в первый свой раз только летом. И, естественно, мы как добрые христианки пошли на воскресное собрание в церковь, в которой Сергей уже служил. И вот там, как, конечно, когда мы с Сергеем познакомились, когда я его увидела, его, ну, в деле, так скажем, да, то есть я увидела, что человек очень верный, очень любящий Бога. Да, может быть, он иногда бывает прямолинейный, но это тоже то, что мне в нем очень понравилось. То есть мнение изменилось. Вот это второе, уже со второй встречи мнение изменилось. Со второй, с третьей и так дальше, потому что, опять же, мы виделись не так часто, хоть у нас до свадьбы было 6 лет целых знакомства, но мы виделись там раз в полгода, да, может быть, иногда раз в год. Вот. Ну, я приезжала на 2 недели, например, мы общались. И да, Сергей меня покорил. Сергей, расскажи, что у тебя происходило в сердце?
Ну, я был, когда мы с Анной познакомились, жил во Всеволожске, у нас была молодежная церковь, и было много мальчишек и девчонок, и, естественно, в таком возрасте, мне было, наверное, тогда 23 года, да, поженились, когда мне было 29. Угу. Ничего себе. Я дотянул. Вот у меня терпение, да? И, конечно же, ну, молодой человек всегда думает, вот, может быть, это избранница, это. И, то есть, и я еще, когда уверовал, я старался поменьше думать о том, как мне жениться. То есть я думал о том, чтобы состояться как верующий человек, как христианин. Думал о том, что мне не надо торопиться. И я и по сей день советую молодым людям, ну, не торопиться. Mm-hmm. Все-таки ждать того времени, ждать того человека, которого Бог тебе пошлет. Потому что это будет действительно единственный верный вот этот божественный mm-hmm. план для, mm-hmm. для твоей жизни. И очень хорошо настраивать себя на то, чтобы познавать Христа, дружить и общаться со всеми мальчишками, девчонками, то есть знакомиться, общаться, но вот именно mm-hmm. стараться это в таком христианском духе mm-hmm. и делать. И сам также пытался делать. Я сам так пытался делать. Ну, конечно же, естественно, ты думаешь, может быть, этот человек или может быть этот человек. Я помню, что я был в служении с девушками, ну, в которых я, ну, не был, например, влюблен, но я где-то внутри я думал, Господь, если, ну, вот если эта девушка та, которую ты мне послал, то я, ну, я согласен. Ну, вот, потому что ты знаешь лучше. Ну, это тоже согласен. Ты лучше знаешь, чем я. Ну вот. То есть такой, в общем-то. Примерял. Да, как-то так. Да, думал об этом. Ну вот. Ну, и когда мы познакомились с Аней, то, ну, у меня было много знакомых, и какие-то и были влюбленности уже до этого, естественно. Ну вот. Но я очень счастлив, что это все никуда не пошло дальше, и все эти ситуации, они в прошлом. Ну вот. Ну, а все, в смысле, были хорошие когда ситуации. Когда вы познакомились с Аней, у вас разделилось ваше общение как бы до нее и после. Она все-таки стала для вас буквально с первой встречи особенной какой-то или нет? Или это возможно, постепенно произошло? Возможно, наверное, с течением вот этого времени, когда мы были знакомы, я, ну, больше и больше задумывался. Мы жили в разных городах, просто. Угу. Очень редкие мимолетные встречи. Да, мимолетные встречи, но, ну, я постоянно как бы вот, ну, помнил, что есть такая девушка, что есть, значит, Анна. И все-таки, и как же вот вы дозрели-то? 6 лет зрели. Ну, мне совершенно четко я это видел, и что впоследствии, что, ну, Анна – это мой человек, и я, в общем-то, не знаю, как дальше, но, наверное, с каждым годом я даже просыпаться буду среди ночи и думать, как у меня это получилось, как я попал. Когда я приезжала в Тихвин, мы очень за короткий период времени, например, приезжала на неделю или на две, мы успевали очень много совместного сделать. Я приезжала, мне всегда нравился Тихвин тем, что там всегда какая-то жизнь кипит. То мы делали евангелизации, то мы с какими-то поездками музыкальной группой куда-то уезжали. То есть я уже тогда начала петь в группе у ребят. Когда я приезжала, я знала их репертуар и... В общем-то, они всегда старались использовать вот этот момент моего приезда, чтобы сделать как можно больше всего. А когда ты в совместных поездках, да, то есть где-то еще лучше человека узнаешь, когда ты вот и день, и ночь рядом вместе. И потом где-то последний год уже перед нашей свадьбой мы очень много общались по телефону. И даже мама Сергея один раз сказала, что, ребята, если вы будете чуть реже говорить по телефону, потому что это был межгород, тогда еще не было мобильной связи, то вы сможете позволить себе свадебное путешествие. Но мы, в общем-то, каждый день, да, созванивались с Сережей по телефону. Ну, я за год сделала не предложение, за год до нашей свадьбы. Просто она заканчивала музыкальное училище. И, да, надо было получить образование, и мы Мы тоже, так сказать, общаться. Да, в этот момент мы ждали его. И это прекрасное время. Это прекрасное время, когда ты, ну, время влюбленности и таких чистых, хороших отношений. И опять же, возможности проверить, ну, свои чувства, возможности узнать друг друга лучше. Потому что в 20 лет мужчина один, а в 25 другой, а в 30 еще чуть-чуть отличается. И когда девушка выходит замуж за человека, который знает свой путь, и знает свое будущее, знает свое призвание, она не обманывается. Она понимает, что я выхожу замуж за бизнесмена, может, или я выхожу замуж за служителя, который может пойти куда-нибудь там в тундру или в горы проповедовать слово. То есть это очень важно, чтобы, ну, мы не обманывали наших избранниц, и они понимали, чего от нас ожидать. То есть, по мне, наверное, в 28 лет было, ну, в общем, достаточно понятно,
зачем я живу, и, может быть, Анна внутренне на это согласилась. Но... Абсолютно точно. А до этого, Аня, вы бы сказали ему «да», если бы он 26 сделал предложение? Наверное, сказала бы «да». Потому что ядро, наверное, вот, да, основную суть вот, ответственности. Да, нет, вот, мне Сергей очень понравился, да. И я скажу, что я человек невлюбчивый. И у меня как раз не было много, ну, каких-то там влюбленностей особых. Наверное, мне кто-то нравился, но, знаете, это происходило так. Вот ты увидел человека, вроде бы он тебе приятен, но проходит время, и ты понимаешь, нет, это не мое. У меня такое было. И когда я увидела Сергея, я поняла, что меня ничего не раздражает в этом человеке. То есть для меня это было важно. А искали? Ну, наверное, искала, что раздражает? Да. Нет, ну это же видно всегда. То есть... То есть искать не надо, как правило, это как правило, это видно. Вот я поняла, что я вот могу с этим человеком жить, я его люблю. И потом меня очень покорило именно то, что вот Сергей сказал, да, что для него главное было это служить Богу. Я, например, тоже всегда хотела именно служить Богу. То есть для меня не так важен, может быть, даже быт, и не так важна финансовая какая-то составляющая. То есть, в принципе, и сейчас мы часто отказываемся от выгодных предложений по работе для того, чтобы уделить это время служению. И в этом мы едины. То есть мы друг друга в этом нашли, нам очень хорошо. То есть мы друг друга понимаем. Интересно, у Сергея услышать, вот, что именно все-таки для него, раз он так вот осознавал, как бы созревал, что именно для него отличило Анну вот, из ряда других девушек, ну, там, которые были вокруг или встречались? Есть что-то особенное или это невыразимо? Анна нереальна. Спасибо, дорогой. Неземная. Она фантастическая, у нее потрясающий характер. Сердце. Это я даже молчу про ее одаренность, вот, которую музыкальную, которую, ну. Мы, музыканты, ценим таланты, вот это вот, да, но это все мелочи. Но это, тем не менее, очень приятно. Я слышал интервью какой-то очень известной музыкантши, которая сказала, что музыканты не могут жить вместе. То есть это очень сложно быть в браке двум музыкантам. Да. Я не знаю, мне кажется, банке, что это очень странное заявление, потому что когда у тебя общий интерес, если ты не, из тебя не грызут амбиции, и ты на этой почве не ненавидишь своего супруга, а очень легко уважать человека за талант. И очень легко признавать этот талант для меня, например. Поэтому мне очень приятно, что мы во многом похожи, мы одинаково видим многие вещи, нам похожие вещи нравятся, даже в каких-то там, не знаю, в одежде, в стилях музыки. То есть мы похожи, вот в чем-то похожи и созвучны. А в чем-то различаетесь, и вам интересно, да? Да вот я даже не знаю, в чем мы с тобой отличаемся. Да лучше меня. Ну, мы два сапога пара, да, можно так сказать. В конце нашей программы, а у нас будет специальная программа, посвященная призванию, я как раз хотела, чтобы вы просто поделились вот своей мыслью и как бы своим добрым пожеланием нашим зрителям, что для вас является вашим призванием и к советам, как найти призвание, если это можно сделать кратко. Мне кажется, что если Бог дал человеку дар какой-то в служении, например, то для него заниматься служением не будет большим, ну, не то что большой сложностью. То есть если Бог дал человеку дар музыканта, то музыкант автоматом поет чисто, правильно, красиво, и это не надо для этого там что-то делать особенное. Или если Бог дал человеку дар евангелиста или пастыря. Ну вот, для меня в последние годы очень важно быть добрым, хорошим христианином. Ну вот, и это подпитывает то, к чему Бог меня призвал. Если бы это в моей жизни потерялось, то, наверное, и служение музыканта, и служение проповедника, оно бы потихонечку истощилось. И сошло на нет. Я бы, наверное, ну, может, дар он действует, но сам по себе, как человек, я не был бы так счастлив. Поэтому я всех людей призываю быть хорошими, добрыми христианами, много времени проводить в молитве с Богом, поклоняться Ему, служить Ему, читать Слово. И тогда и проявление Духа, и служение Духа через каждого из нас, оно будет действительно исполнено счастье. Анна, вы можете добавить что-то? Ну да, Сергей говорит, наверное, как пастор, да, он сразу говорит именно о христианском служении и призвании. Но я думаю, что в жизни бывает
такое, скажем, не то чтобы светское призвание, но призвание на твою жизнь, да, мне кажется, очень важно, особенно для молодежи, найти себя в профессии, да, потому что я, например, очень люблю свою работу, я занимаюсь, у меня детский коллектив, детская студия, я очень люблю своих учеников, и, конечно, иногда бывает, мне не хочется идти на работу, но, в общем-то, я очень ее люблю, да, и чувствую себя хорошо, но я также знаю, что если бы в моей жизни не было призвания именно Божьего, то есть все-таки должно у птицы работать два крыла. Ты должен состояться и как, возможно, личность, да, вот в жизни. Но если ты не состоялся как личность для Бога, то тогда это тоже печальная ситуация. То есть можно всю жизнь работать на свой авторитет, на свою славу какую-то, возможно, на свой достаток, и при этом обходить стороной вот это вот Божье призвание, да. То есть я бы посоветовала всем людям все-таки искать Божье призвание, потому что если вы не находитесь в воле Божьей, да, то что-то в вашей жизни не так. То есть надо искать Божью волю для себя. И я думаю, что, как Сергей сказал, то это мы исполняем Божью волю каждый день. То есть это не то, чтобы одно грандиозное призвание, например, музыканта. Ну да, музыкант. Буду петь всю жизнь, да. Но ведь мы каждый день что-то делаем для Бога. То есть каждый день мы... Возможно, ты помог кому-то, кто рядом с тобой, поддержал, утешил. Вот это тоже призвание. А мы иногда про это забываем. Музыканта великого. Да. Спасибо вам большое. И пусть эта искренняя исповедь практически поможет каждому, кто задается такими вопросами, кому интересно, насколько действенна жизнь Бога, которая трансформирует нас, которая открывает нам другой мир. Мир, по которому томится порой наша душа, наше сердце. Он совсем рядом, он совсем близко, он готов прийти в жизнь каждого человека, который его приглашает, и пусть эти ключевые вопросы будут в вашей жизни полны правильных ответов. Спасибо большое. У нас в гостях Сергей и Анна Мартынычевы, и они счастливы своей жизнью, призванием и рады делиться этим с другими людьми.